Здравствуйте, дорогие друзья. Я рада вас приветствовать в своем интеллектуальном шоу. Прямо сейчас я предлагаю вам становиться богаче. Мое первое задание уже появилось на вашем экране. Мы с вами видим набор из букв, в котором я спрятала определенное слово. И тому, кто составит и назовет мне победный вариант ответа в прямом эфире, я готова вручить 7 500 рублей. Итак, очень интересное, всем любимое задание сейчас перед вами. Поэтому прошу сосредоточиться и поскорее с ним справиться. Я знаю, что вы любите составлять слова, так вот попробуйте сейчас это сделать и незамедлительно ворваться в эфир, чтобы проверить свою версию и стать моим героем, заработать 7 500 рублей. Так, обратите внимание, какие буквы сейчас присутствуют на экране. Две буквы О есть, две буквы Е, все остальные буквы в единственном экземпляре, поэтому остальное все удваивать не нужно. А вот две буквы О и две буквы Е у вас могут прозвучать дважды в вашей версии, поэтому попробуйте сейчас что-то составить, используя этот буквенный набор. А как только что-то составите, сразу же набирайте номер прямого эфира 0948. Для того, чтобы я вас услышала, для того, чтобы я вас узнала, конечно, нужно обязательно оказаться в эфире, чтобы стать моим героем. Потому что если вы будете что-то сейчас составлять, но бояться, стесняться оказаться в эфире, ну, конечно же, победителем вы стать не сможете. Все-таки сейчас речь идет о вашем заработке. Это прекрасное вознаграждение, 7 500 рублей. Поэтому постараться, конечно же, можно. И какие здесь могут быть стеснения или страхи? Конечно, сейчас не должно быть никаких препятствий перед вами. Я думаю, что сегодня воскресенье, 24 января, зарабатывать деньги можно, не выходя из дома, не вставая даже с вашего места. Попробуйте это сделать. Прямо сейчас я в любой момент своего шоу готова вас вознаграждать. Заданий у меня сегодня очень много. Они все очень интересные и не менее денежные, которые ждут вас впереди. Я надеюсь, что мы с легкостью и очень быстро будем переходить к другим заданиям. С легкостью вы будете их выполнять. Ну, конечно, если сейчас вы будете стараться, то я думаю, что справиться с заданиями со всеми можно. Вы всегда справляетесь, вы всегда молодцы. То есть ваше стремление к победе всегда заметно, потому что победителей у меня множество бывает. И сейчас я думаю, что победитель не заставит себя долго ждать в этом первом разминочном задании. Так что попробуйте сейчас что-то составить. Сразу же каждую свою версию озвучивайте в прямом эфире для того, чтобы понимать, победный ваш вариант или непобедный ваш вариант. Так как чем больше вы будете проверять свои варианты в прямом эфире, тем ближе вы будете становиться к победе. Ведь в любом случае вы мне озвучите вскоре победную версию, которую можно составить, которая является победной и сейчас скрывается вот в этом задании. Подумайте, что это может быть, и сразу же в прямой эфир не забывайте. Номер прямого эфира всегда на экране. 0948. И можете незамедлительно набирать этот номер с вашего мобильного телефона для того, чтобы стать моим героем и стать счастливым обладателем 7 500 рублей. Действуйте незамедлительно. Сейчас все в ваших руках. Каждое мое задание зависит от вас. Да и все мое шоу, конечно, зависит напрямую от моих участников. Мои участники должны быть активными, целеустремленными, то есть они должны стремиться к победе. В течение всего моего шоу вы можете зарабатывать деньги. Сейчас 7 500 рублей я готова вам вручить за первое разминочное задание. Но это еще не все, что вы можете заработать, так как ваши победы не ограничены, а заданий у меня будет еще множество впереди. Поэтому у вас будет возможность вновь и вновь появляться в эфире и становиться моим героем, если мои задания вы будете выполнять безупречно, то есть не нарушая правил, не совершая никаких ошибок. Ведь это возможно прямо сейчас, и я советую вам эту возможность, конечно, не упускать. Сегодня воскресенье, выходной, прекрасный, чудесный день. И я думаю, что ваше настроение очень хорошее. Но оно станет еще лучше, если вы пополните свой семейный бюджет, не вставая с вашего места. За одно мгновение станете богаче. И представьте, как вы можете сегодняшний день провести, с каким
хорошим настроением, с какой радостью, и можете позволить себе даже куда-то сходить, как-то себя повеселить. Поэтому я не думаю, что стоит сейчас как-то сидеть, сложа руки и мечтать о победе. Нужно действовать, а не мечтать. Конечно, одного желания здесь недостаточно. Нужно обязательно стараться, нужно обязательно действовать, набирать номер прямого эфира, не забывать об этом, и уже озвучивать каждый свой вариант. Ваше появление в прямом эфире, оно ни в коем случае не ограничено. Вы можете появляться вновь и вновь, вновь и вновь, пока не достигнете победы. Вот я вам желаю скорейшей победы в своем шоу, и, может быть, даже неоднократно, может быть, даже и в этом, и в следующем, и в последующих заданиях. То есть ваши победы, они не ограничены. Все зависит от вас, от того, как вы сейчас настроены, от того, как вы будете работать, от вашего активного действия, то есть... То есть, конечно, если будете сидеть сложа руки, ничего происходить в моем шоу не будет. Здравствуйте, что вам удалось уже составить? Алло, это же лото. Лото. Можно составить, можно, молодец. Хорошо, что проверили, но, к сожалению, не победная ваша версия. Я думаю, что вам еще стоит что-то сейчас попробовать составить. И вновь врывайтесь в эфир. Вы знаете, что вы оказаться можете в эфире в любой момент. Для вас в этом ограничений нет. То есть врывайтесь в эфир до того, пока победы своей вы не достигнете. То есть если вы уже начали работать с этим заданием, нужно обязательно работу довести до конца. То есть завершить ее. А завершите вы ее только тогда, когда станете моим победителем. Так что не останавливайтесь на достигнутом. Пробуйте еще что-то составлять. И сразу же поспешите вновь в эфир. Я буду рада выслушать каждого из вас. Я буду рада выслушать каждую вашу версию, что можно здесь составить. Поэтому действовать нужно незамедлительно. Помните, чем быстрее. Здравствуйте. Какое слово вам удалось составить? Здравствуйте, девушка. Здесь слово «телец». Телец. Слово «телец» можно составить. Вот опять же, молодец, но не победная версия прозвучала. Что-то другое все-таки является победным словом. Попробуйте еще раз что-то составить и вновь врывайтесь в эфир. Мне очень радует тот факт, что вы так быстро начали уже работать, что вы начали уже составлять слова и проверяете их в эфире. Продолжайте в том же духе. Это ведь очень хорошо и для вас, и для меня. С такими темпами, я думаю, что мы очень скоро разберемся с этим заданием. И вполне возможно, что именно вы станете моим героем. Я в этом даже не сомневаюсь. Поэтому продолжаем работать дальше. Я жду следующего участника. Может быть, у кого-то что-то получилось еще. Проверяйте каждую свою версию незамедлительно. 0948 номер прямого эфира. Начинайте прямо сейчас уже этим номером пользоваться своим мобильным телефоном. У вас сейчас есть все для того, чтобы стать моим победителем. Помните, чем быстрее вы справитесь с моим заданием, тем быстрее я перейду к последующему. Да и чем больше заданий вы сегодня сможете за все мое шоу выполнить, тем больше денег заработаете. Вот таким вот образом сейчас можно становиться богаче. Главное верить в себя, верить в свою победу и не останавливаться на достигнутом. Поэтому я хочу, чтобы вы продолжали в том же духе. Уже были названы несколько вариантов, к сожалению, не победные, но все же их составить можно было. Значит, и победную версию обязательно вы составите в ближайшее мгновение. Так что действуйте. Я жду вас, жду своего первого героя, которому отправлю с удовольствием 7500 рублей. Прекрасное вознаграждение, я считаю, за первое задание. И это не все, что вы можете сегодня зарабатывать. Вы станете победителем в этом задании, после чего мы с вами можем продолжить работать во втором, в третьем, в четвертом и так далее. Вот сколько в ваших силах сегодня выполнить заданий, столько и выполняйте. Если вам удается это прекрасно делать, так кто же вам сейчас мешает? Да никто. Я вас не ограничиваю ни в ваших победах, ни в вашем появлении в прямом эфире. Я вас могу только ограничить по времени всего моего шоу. Я даже не ограничиваю вас по времени каждого задания. То есть вы сами распределяете время моего прямого эфира, сколько заданий сегодня будет перед вашими глазами. Вы сами решаете. То есть не я это планирую, а вы. У меня-то их много. Хватит на каждого желающего, кто хочет сегодня заработать. Ну вот давайте для начала справимся все-таки с первой разминкой.
А после уже поговорим о следующем задании. Так что же еще что-то составил? Пожалуйста, набирайте номер прямого эфира, озвучивайте. Я жду вас прямо сейчас, в это мгновение. Я работаю для вас в прямом эфире. А это значит, что именно в этот момент, в настоящее время, и вы должны тоже работать, совершать какие-то действия, составлять слова, выписывать на листочек, каждую свою версию проверить в прямом эфире. И если она окажется победной, то именно вам отправится 7500 рублей. Действовать нужно незамедлительно, верить в себя и не останавливаться на достигнутом. Если у вас не получилось первого раза стать моим героем, ничего страшного, это не повод для того, чтобы опускать руки, нужно продолжать работать дальше. То есть, если уж взялись за эту работу, нужно ее довести до конца. Стать моим героем, пополнить свой семейный бюджет. Кстати, следующие задания будут более сложные. И вот с ними нужно будет поработать, может быть, чуть дольше. Поэтому сейчас на первом задании я просила бы вас не задерживаться. То есть как можно скорее с ним справиться, чтобы увидеть, что же ждет вас впереди. Кстати, тому, кто составит и назовет мне победный вариант, я готова вручить не 7,5, а 8000 рублей. Вот такое вот замечательное вознаграждение сейчас ожидает моего первого героя. Согласитесь, это достойный заработок за первое задание в начале моего шоу. И ведь это не все, что вы можете сегодня заработать. Это не все, что вы можете позволить себе сегодня. Поэтому я думаю, что нужно прямо сейчас уже набирать номер прямого эфира, ведь наверняка что-то составили уже. Наверняка ведь есть какие-то еще версии, поэтому попробуйте их озвучить прямо сейчас. Я думаю, что вы справитесь с этим заданием очень быстро, так как вижу, что ваш настрой сейчас очень хороший. То есть вы готовы становиться богаче. Это я чувствую и слышу, потому как вы начали уже активно врываться в эфир. Так что продолжайте в том же духе, и все получится. Не останавливайтесь на достигнутых результатах. Я жду следующего участника, у кого что получилось составить, пожалуйста. 0948 номер прямого эфира. Не забывайте, что в эфире оказаться вам нужно обязательно, потому что другого способа у вас донести до меня эту информацию, связаться со мной у вас просто нет. И сама я, к сожалению, с вами связаться не могу. Я не знаю, кто сейчас из вас работает, кто сейчас справился. В общем, если вы сами уже понимаете, что слово вы составили, не нарушая правил, тогда, пожалуйста, в прямой эфир врывайтесь, и я буду готова выслушать вас. Проверьте свой вариант, и я с удовольствием вручу вам эти 8000 рублей, если ваш вариант окажется победным. Нужно поверить в себя, поверить в свою победу. Обязательно это нужно сделать, потому что без этого никак не получится. Нужно продолжать работать, стремиться. То есть, если вы уже были в прямом эфире, не получилось, ничего страшного, вы же знаете, что вновь и вновь вы можете оказаться в эфире. То есть, ваше появление в прямом эфире, они ни в коем случае не ограничены. Я работаю специально для вас, стараюсь для вас. Я готова идти вам навстречу в течение всего моего шоу. То есть я всегда на вашей стороне, и мне хочется, чтобы у меня было множество победителей сегодня. Очень много победителей, чтобы вы заработали как можно больше денег. Но моего желания одного и моей помощи вам недостаточно. Скажем так, нужно вам тоже какие-то действия предпринимать сейчас. Я бы с радостью каждого из вас вознаградила бы, но, к сожалению, только тех буду вознаграждать, кто будет справляться, кто будет врываться в эфир и озвучивать мне победные версии. Вот таким вот образом вам сейчас нужно работать, обязательно совершать какие-то действия, обязательно продолжать и не опускать руки. Тогда все получится, я не сомневаюсь. 0948, набирайте прямо сейчас. Я готова выслушать вас, почему молчим, почему такое молчание сейчас. Я не понимаю, что неужели только два слова вам удалось составить за все это время? Я хочу следующего участника услышать. Может быть, именно у вас будет победный вариант? Проверьте, обязательно проверьте свою версию. И чем больше вы будете проверять свои варианты в прямом эфире, тем ближе вы будете становиться к победе. А может быть, и сразу станете моим героем. Да, вот таким вот образом вы сейчас сможете зарабатывать деньги. Я жду вас. Не забывайте, чем больше вы молчите, тем меньше времени у нас остается на следующие задания. Они все очень интересные, не менее денежные. Ну и посложнее будут, как вы понимаете, что с каждым разом ваша задача будет усложняться.
Я прошу вас прямо сейчас уже с этим заданием справиться. Кстати, первая разминка, да, и с ней уже пора разобраться. Кто-то, может быть, составил что-то. Врывайтесь в эфир, не стесняйтесь, не бойтесь этого. Почему вдруг такая тишина образовалась в эфире? Воскресенье? Выходной день на вас так влияет? Ну, я думаю, что все-таки... Нет, я думаю, что все-таки вы сейчас продолжаете что-то составлять. И не останавливайтесь. И вскоре уже появится победитель. На это я очень сильно надеюсь. Так что действуйте прямо сейчас. 8000 рублей я готова вам вручить. Не забывайте, что сейчас, заработав эти 8000 рублей, вы сможете продолжить работать дальше и вновь оказаться в эфире с победным вариантом. И снова стать победителем. Вот таким вот образом в течение всей программы вы можете зарабатывать деньги, пополнять свой семейный бюджет. И я не думаю, что вам сейчас может что-то помешать. Здравствуйте! Что составили вы? Девушка, здравствуйте! Так это слово «лето». Лето. Слово «лето» можно составить на самом деле, но, опять же, не победный вариант вы составили. Попробуйте что-то другое, еще. Продолжайте в том же духе. Мне нравится, мне очень нравится и радует то, что вы не, сейчас не сидите сложа руки, а работаете. То есть это слышно по тому, как вы врываетесь в эфир. Это слышно потому, что вы озвучиваете на самом деле те слова, которые можно сейчас составить, используя этот буквенный набор. Но все-таки еще что-то другое попробуйте составить. Тогда получится, все получится, не сомневайтесь в этом. Первое задание разминочное, оно должно у нас очень быстро пролететь. И я надеюсь, что вы мне в этом поможете. Только с вашими активными действиями, с вашим активным участием это произойдет. То есть, если вы сейчас будете сидеть, то, конечно же, мое шоу так и будет стоять на том месте, мы с вами не будем двигаться дальше. Ничего не будет происходить, если вы будете сидеть и чего-то ждать, мечтая о победе, но ничего для этого не делать. Нужно обязательно действовать, нужно обязательно набирать номер прямого эфира в том случае, если вы что-то составили, используя этот буквенный набор, и тогда у нас будут какие-то продвижения. Здравствуйте, что вы составили? А здесь слово «тепло». Тепло. Можно составить, можно. Молодец. Но не победная версия, к сожалению. Да, вот что-то как-то не слышу я пока победного слова. Но я думаю, что все впереди. Я думаю, что в ближайшие мгновения оно прозвучит в прямом эфире. Вот уже несколько вариантов, да, прозвучало. Те слова, которые на самом деле можно составить. Но если вы будете... еще быстрее проверять свои версии и чаще, да, в прямом эфире, тогда вы будете становиться ближе к победе. Может быть, сейчас уже назовете победную версию, может быть, чуть позже, я не знаю, потому что я работаю для вас в прямом эфире, и только вы сейчас решаете, в какой момент ворваться в эфир, какое слово мне озвучить. Каждую свою версию нужно проверить, чтобы убедиться, победная она или нет, ведь каждая из ваших составленных версий может являться победной. Так вот, какая именно из них победная? Я не знаю, когда вы мне ее озвучите. Так что врывайтесь в эфир незамедлительно. Если еще что-то есть, не надо умалчивать свои варианты у себя в голове. Нужно сразу же в прямом эфире озвучить и стать моим героем. 8000 рублей – достойное вознаграждение, которое вас сейчас ожидает. То есть согласитесь, что это очень хороший заработок в данный момент. Воскресенье, 24 января, и сегодня, вот выходной день, нежданно-негаданно вы можете стать богаче. То есть, не ожидая того, вы, используя свои знания, в один момент пополняете свой семейный бюджет на 8000 рублей. Да вы можете себе даже продлить выходные и завтра уже на работу не ходить, если сейчас сможете стать богаче. Конечно, в моем шоу вот так и нужно действовать. То есть вы сидите сейчас дома, отдыхаете на своем удобном диване, либо кресле. И я вас не прошу сейчас совершать какую-то физическую работу. Я не прошу вас куда-то вставать и ехать, чтобы эти деньги заработать. Вы можете использовать свои знания, продолжать отдыхать, прекрасно проводить время, потому что задания-то все интересные.
вы и занимательно будете время проводить, да еще и пополнять свой семейный бюджет раз за разом в каждом задании в течение всей моей программы. А время у нас еще много с вами. Я думаю, что если мы сейчас справимся с этим заданием очень быстро, то у нас в таком темпе и мы с вами дальше и пойдем в таком темпе справляться с каждым заданием. Задание за заданием будут выполняться именно вами, вы будете становиться победителями. Так давайте именно так и сделаем сейчас. Я хочу, чтобы победителей было много. Я хочу, чтобы вы заработали сегодня как можно больше денег. Чтобы вы стали богаче в прямом эфире моего шоу, стали радостнее, счастливее. Конечно, вас это может порадовать очень сильно. Ваше настроение станет еще лучше. Ну а что тут тогда бояться? Врывайтесь в эфир прямо сейчас, я вас жду. Я не хочу общаться сейчас сама с собой, я хочу общаться с вами. Я хочу слышать ваши варианты, которые вам удалось сейчас составить, используя этот буквенный набор. Попробуйте. Попробуйте сейчас стать моим победителем. 0948, номер прямого эфира. Действуйте. Действуйте, я жду именно вас прямо сейчас. В ближайшие мгновения, надеюсь, победитель появится в прямом эфире, озвучит мне победную версию, которую можно составить, используя эти буквы. Так вот, попробуйте сейчас такую версию озвучить. С этим заданием уже пора справиться. Мы так с вами хорошо начали, так быстро, так активно вы начали врываться в эфир. А в чем же дело сейчас? Почему я сейчас слышу только тишину, а не вас? Хотя слышать должна именно вас. Именно в победителе я хочу услышать. Так что дерзайте. Все в ваших руках. Все в ваших руках, все зависит от вас. Вся судьба моего шоу зависит от вас. И каждое задание тоже. Вот сколько вы выполните сегодня моих головоломок, я не знаю. Потому что вы сейчас решаете. Я присутствую здесь для того, чтобы вам объяснять правила задания, чтобы вам вручать ваше вознаграждение, общаться с вами. Ну, а вы же должны сейчас выполнять это задание. И не только это, а не забудьте, что у вас впереди еще множество головоломок, с которыми вам тоже нужно будет справиться. И хочу сразу предупредить, что время прямого эфира, оно строго ограничено, и я не смогу с вами оставаться больше, чем мне это позволено. Я не смогу в итоге продлить время эфира, когда мне придется с вами прощаться, я это сделаю. Ну, нам еще, конечно, далеко до этого, но время прямого эфира, оно летит так незаметно, что вы оглянуться не успеете. Как я начну с вами прощаться? Да, вот первое задание, и с ним уже пора справиться. Я надеюсь, что к концу программы мы с вами справимся, ну, как минимум с 5 заданиями. У меня будет как минимум 5 победителей. Вы мне в этом поможете. Только благодаря вашему участию, только благодаря вашим активным действиям будет происходить что-то в моем шоу. Так я хочу, чтобы сейчас что-то происходило. Почему мы с вами застопорились на одном месте? Почему мы с вами остановились сейчас? Нет, останавливаться ни в коем случае не надо. На достигнутом нужно называть еще какие-то версии. Вы мне еще не все слова назвали, которые можно составить, используя эти буквы. Ведь победная версия еще не прозвучала, значит, нужно пробовать составлять еще что-то. Так что действуйте. Действуйте. 8000 рублей я готова вам вручить. Попробуйте сейчас, составив слово, используя этот буквенный набор. Две буквы О, две буквы Е есть у нас перед вами на экране. Их вы можете использовать дважды. А вот оставшиеся буквы, они у нас в единственном экземпляре. Их, пожалуйста, удваивать не нужно. Они только лишь один раз могут быть использованы в вашей версии. Попробуйте сейчас что-то составить. Действуйте. 0948 номер прямого эфира для жителей всей нашей планеты. Пожалуйста, работайте. Пожалуйста, действуйте. 8000 рублей вас ожидают. И я вас ожидаю уже с нетерпением, жду своего первого героя. С нетерпением жду, потому что пора уже с этим заданием справиться. Хоть я и говорила вам, что нет у меня ограничений по времени на каждое задание, но все же примерно, приблизительно мы уже с этим заданием
должны справиться. Если мы хотим сегодня, ну, как минимум 5 заданий выполнить, то с этим заданием нужно уже разобраться, конечно. Действуйте, действуйте прямо сейчас. И я не хочу, чтобы вы сейчас молчали. Я не хочу, чтобы вы сейчас бездействовали. Здравствуйте! Что вам удалось составить? Алло, слово «отец». Отец. Можно составить слово «отец», но вновь не победная версия прозвучала. Вот видите, получается же составлять что-то. Так продолжайте. Почему такие паузы большие у вас? А почему вы так долго сейчас врываетесь в эфир? Нет, нужно все-таки как-то активнее, нужно больше проверять. Если вы будете активнее проверять свои версии, тогда вы быстрее станете победителем. Вы ближе становитесь к своей победе. Ваш круг поиска сужается, соответственно, те слова, которые уже были названы, которые вы составили и были названы, прозвучали в прямом эфире, вы можете смело уже вычеркивать своего списка, то есть это, естественно, не победная версия, а вот то, что у вас осталось, то, что вы уже за это время составили, попробуйте озвучить. И то, что у вас осталось, вы озвучиваете. Среди этих версий обязательно будет победная. Так что решайтесь, решайтесь на свою победу, потому что именно сейчас время зарабатывать деньги. В течение всей моей программы возможно становиться героем каждое мгновение. Так что решайтесь и станьте моим героем. Здравствуйте! Какую версию составили вы? Здравствуйте, у вас здесь слово «полотенце». Ну, конечно. Ну, наконец-то, абсолютно верно. Полотенце здесь можно составить, это является победной версией. Как вас зовут? Тимофей. Тимофей, откуда вы? Именно к вам, Тимофей, в Волгоград отправляется 8000 рублей. Ну а я с удовольствием перехожу к следующему заданию, которое уже появилось на вашем экране. Мы видим с вами буквенный клубок, и тому, кто его распутает, я готова вручить 9000 рублей. Итак, задание очень интересное, но более сложное, чем первое. Сейчас вам слово не составить нужно, а прочитать, отыскать. Двигаясь по этим розовым линиям, посмотрите, какие направления сейчас возможны вправо, влево, вверх, вниз, да и по диагонали тоже вы можете соединять буквы. Но слово должно быть прочитано от начала и до конца, от первой до последней буквы. Вы должны непрерывно его прочитать, то есть соединяя букву за буквой, и таким образом получается... И таким образом получается слово. Так что действуйте сейчас. Если что-то сейчас вы прочитаете, то незамедлительно врывайтесь в эфир. 0948 набирайте с вашего мобильного телефона. Сейчас ваше вознаграждение – это 9000 рублей. Конечно, задание более сложное, я это прекрасно понимаю. Поэтому вот такое вот вознаграждение готово вам вручить. Но только лишь за то слово, которое скрывается здесь. Это буквенная паутина, она запутана. Но на самом деле это и есть то слово, которое скрывается. И нужно вам сейчас определиться с буквой. Это, наверное, самое сложное. Определиться с буквой и начать от нее движение в разные стороны. То есть тем самым вы будете видеть, что читается, куда бы вы ни повернули, да? Если что-то прочитали, то обязательно... Проверяйте в эфире такую версию. Если вы видите, куда бы вы ни повернули, ну, никак не получается. Слово вам приходится перепрыгивать через букву, вам приходится разорвать линию. То все, такой вариант просто можете даже не обращать на него внимания. Вы можете выбросить из головы и попробовать прочесть от другой буквы. Потому что сейчас составленные версии не актуальны в этом задании. Я за составленные версии ничего вручать не буду. Победное слово, оно должно читаться целиком и полностью от первой до последней буквы. Вот попробуйте сейчас его отыскать. И сразу же в эфир врываетесь. Две буквы «А» у нас есть, все остальные буквы в единственном экземпляре, они не удваиваются. Но каждую букву «А», соответственно, вы должны прочесть по отдельности, то есть не используя одну и ту же букву. Вы начинаете двигаться всегда вперед. Если вы двигаетесь вперед, то назад уже дороги нет. То есть обратно одну и ту же букву по одной и той же линии вы не можете прочитать. То есть двигаться нужно всегда вперед.
и никак иначе. То есть как-то изгибаясь, таким витиеватым образом, слово запутано, но все-таки оно здесь есть, оно является победным, и вам нужно его отыскать. 9000 рублей я готова вам вручить за эту версию победную. И если вы ее отыщете в ближайшие мгновения, то это будет очень хорошо, так как впереди еще множество заданий. И чем быстрее мы будем справляться с головоломками, тем быстрее мы будем переходить к следующим. И так далее. То есть медлить сейчас с ответом не стоит. И врываться в эфир очень просто. Поэтому, как только что-то отыскали, набирайте номер прямого эфира 0948 и становитесь моим героем. Оказаться в эфире – это самое, наверное, простое, что может быть в моем шоу. Берете в руки мобильный телефон, набираете этот короткий номер и озвучиваете свою версию. Я буду готова выслушать вас, ваш вариант, так что решайтесь. Читайте слово, двигаясь по линиям, непрерывно, от первой до последней буквы. Да, слово, оно каким-то вот таким запутанным образом здесь написано, но все-таки читается. Если вы сейчас выберете нужную букву, если вы выберете нужное направление, то слово вы прочитаете от начала и до конца. Действуйте. Ничего лишнего не добавляйте, буквы не удваивайте, линию не разрывайте. Вот таким вот образом. Через буквы, кстати, не перепрыгивайте. Если вы видите, что между буквами напрямую линия не проходит и не соединяет эти две буквы, значит и движение строго запрещено в этом направлении. Двигаться нужно только по линиям. От буквы к букве только через линию. Считайте, что линия – это мост, по которому вы переходите к последующей букве. А если этого моста нет, значит и перепрыгнуть вы уже не можете. Значит, эти буквы никак друг за другом идти не могут в вашей версии. Так что читайте то, что читается. 0948. Набирайте сразу же с вашего мобильного телефона. Называйте мне то слово, которое вы прочли. 9000 рублей заработаете. Прекрасно. Мы идем с вами дальше. Не забывайте, что заданий очень много. Они все очень интересные, не менее денежные. Так что ваши возможности сегодня не ограничены. Нам бы главное успеть справиться со многим количеством заданий до конца программы. Вот единственное, в чем я вас ограничиваю, это по времени. Все в моем шоу. То есть я не смогу с вами целый день общаться. Вот сейчас есть возможность, значит, ее нужно именно сейчас использовать. Здравствуйте. Что вам удалось прочитать? Быть может, здесь у вас лаваш. Лаваш? Нет, слово лаваш у вас составленная версия. Посмотрите, ла, лав читается буква А отдельно, буква Ш отдельно. То есть разорвали. Первые три буквы только прочитали, а потом оставшиеся две вы раскидали по всему заданию. Нет, слово должно быть целиком и полностью найдено. От начала и до конца. То есть ни одна из букв не может находиться даже отдельно, не соединяясь с самим словом. И ни на две части, ни на три части не может быть разорвана ваша версия. Вот подумайте, что можно сейчас прочитать. Более внимательно посмотрите на это задание, на буквы, на то, как они расположены, и то, как они соединяются между собой. И попробуйте что-то прочитать. Я понимаю, что задание сейчас не такое простое, как было первое. Но справиться с ним можно. И я надеюсь на вас, что вы с ним справитесь. И если не будете сейчас совершать ошибки, а самая главная ошибка в подобных заданиях, это то, что вы составляете. Составлять ничего не надо. Здравствуйте. Что прочитали вы? Здравствуйте, девушка. Слово «швея». «Швея». Нет, слово «составленное». Обратите внимание, сразу же от первой буквы вы по диагонали перескочили через букву «Н». То есть, опять же, сразу же нарушили правила, совершили ошибку. Нет, вы не можете разрывать линию, вы не можете прыгать через буквы. Обязательно между первой и последующей буквой должна проходить линия розового цвета. Буква за буквой должны идти друг за другом, ни в коем случае непрерывно. Если вот вам сейчас так сложно, я понимаю, что
сейчас много линий, и все на самом деле запутано. Если вам сложно визуально, подойдите к экрану, приложите палец к экрану и, не отрывая пальца от экрана, двигайтесь строго по линиям. Если вы видите, что вам приходится просто от пальца оторвать, чтобы что-то дочитать, на самом деле досоставить, это уже не победная версия. Соответственно, совершили ошибку, победная версия являться не может. Но если вы видите, что вы слово дочитали от начала до конца, вот такой вариант обязательно проверяйте в прямом эфире. Помните, что только прочитанные версии могут являться победными. Поэтому действуйте только так и проверяйте только читаемые слова в этом задании в прямом эфире. Их нужно обязательно проверить, чтобы узнать, какое именно из этих читаемых слов является победным. Здравствуйте, что вы отыскали? Алло, да, здравствуйте. Я думаю, что у вас там слово «канал». Канал. Слово «канал» читается. Молодец, молодец. Прочитали слово, но, к сожалению, не победная версия. Вот по такому же принципу, как вы сейчас прочитали слово «канал», вы можете прочесть и победный вариант. Я вам говорю, что читается здесь не только победное слово, читается и другие слова. И вот чтобы понять, какое именно из них является победным, нужно каждое читаемое слово проверить в прямом эфире. В этом случае вы будете становиться ближе к победе. А может быть, и сразу станете победителем, назвав мне какое-то из этих прочитанных слов. Так что действовать нужно незамедлительно, ведь уже начали исправляться, ведь начали уже по линиям читать. Вот видите, не все так сложно, как вам кажется. На самом деле можно прочитать слово, если соблюдать правила. Если не пытаться сейчас в первом задании задерживаться, потому что я чувствую, что вы еще мыслями в первом задании пытаетесь что-то составлять. Так вот, составленные версии в этом задании, они не актуальны, они не имеют никакого значения сейчас и победными ни в коем случае быть не могут. А вот прочитанная версия с удовольствием станет победной, и 9000 рублей я вам отправлю, если вы ворветесь в эфир и озвучите мне свой вариант. Нужно обязательно озвучивать, нужно обязательно врываться в эфир. Не забывайте об этом, что ваше появление в прямом эфире ни в коем случае не ограничено. Делайте это столько раз, сколько вам потребуется для вашей победы. Можете становиться героем столько раз, сколько вы захотите. Здравствуйте, что прочитали вы? Мне кажется, здесь левша. Левша. Нет, слово левша, уже сразу же вижу, что слово составленное. Нет. Я думаю, что вам нужно все-таки еще раз более внимательно посмотреть на табло, посмотреть на задание, посмотреть на эти буквы, как они расположены и как они между собой соединяются. Вот посмотрите, буква «Л» и буква «Е», они друг от друга далеко. И они не соединяются линией. Да, хотя линий очень много, но все же эти две буквы не соединяются. А значит, и читать вы друг за другом эти буквы просто не можете. То есть вам нужно сейчас прекрасно освоить эти правила и постараться не нарушать их. Вот в этом случае тогда что-то получится прочитать. Я в этом не сомневаюсь. Определяетесь с буквой, делайте ее главной, от нее начинаете уже движение в разные стороны. Если видите, что слово не читается, куда бы вы ни повернули, попробуйте поискать слово от какой-то другой буквы, начав читать. Здравствуйте! Что вы прочли? Здравствуйте, девушка. Слово «швея». «Швея». Нет, слово не «швея». Слово составлено. Так, тому, кто сейчас найдет и назовет мне победный вариант ответа, я готова вручить уже 10 500 рублей. На 1500 рублей я сейчас увеличила сумму вашего заработка. Я понимаю, что задание сейчас сложное, много линий, они путают вас. Но все-таки, если вы сейчас начнете искать, читая от каждой буквы, то я уверена, что время вы потеряете не даром. Вы отыщете именно победную версию и озвучите ее в прямом эфире. Только нужно начинать прямо сейчас, если вы этого еще не сделали. Ведь уже
Достаточно много времени прошло с начала этого задания. Я думаю, может быть, кто-то из вас все-таки уже прочитал что-то. Так действуйте, 10 500 рублей. Это достойное вознаграждение за второе задание. Эти деньги могут стать вашими в любой момент моего шоу, в любой момент. Хоть сейчас уже, если я вас услышу, если я услышу ваш вариант. Так что нужно и стараться, и не бездействовать. Нужно действовать обязательно, читая от каждой буквы, двигаясь в разные стороны и пробовать что-то отыскать. После чего набирать номер прямого эфира 0948 с вашего мобильного телефона. Ну и вновь озвучивать уже какую-то другую версию, если вы уже были в эфире и не получилось, ваше слово не оказалось победным. Ничего страшного, это не повод для того, чтобы опускать руки. Наоборот, нужно еще больше начать искать. То есть еще больше читать, действовать, двигаться и ни в коем случае не останавливаться. Раз уж начали работать с данным заданием, раз уж что-то начали выполнять, доведите свою работу до конца, и тогда вы станете моим героем. Только самый активный, только самый способный сейчас участник сможет добиться победы. 10 500 рублей отправятся сразу же к вам незамедлительно. Я это делаю с большим удовольствием. Я рада вас слышать, своих победителей, каждое мгновение своего шоу. Это вам решать. Какой промежуток времени пройдет между моими героями, насколько быстро вы станете выполнять мои задания. Я буду только рада, если вы будете эти задания выполнять одно за другим, чтобы герой за героем появлялись в прямом эфире и пополняли свой семейный бюджет. Не переживайте, вознаграждений хватит на всех, также и заданий хватит на всех, неограниченное количество. Только сейчас я прошу вас сосредоточиться, я прошу, чтобы вы сейчас работали и действовали. Сегодня воскресенье. И как будет приятно в воскресенье, выходной день, нежданно-негаданно пополнить свой семейный бюджет на 10 500 рублей. Это же прекрасно. Ну, конечно же, прекрасно. Вы можете даже позволить себе завтра на работу не ходить и какие-то свои выходные продлить. Так что действуйте, прочитайте слово сейчас, двигаясь по линии, непрерывно, от начала до конца, вправо, влево, вверх, вниз и по диагонали вы можете сейчас двигаться. Главное, чтобы вы не перепрыгивали через буквы, главное, чтобы вы ничего нового в задание не добавляли, не удваивали буквы. Если есть две буквы А, их вы можете использовать дважды в вашем слове, но каждую букву, соответственно, по отдельности, так как вы читаете, двигаясь всегда вперед, ни в коем случае назад. Вы шаг уже сделать не можете, то есть не можете прочитать одну и ту же букву. Так вот, попробуйте сейчас по правилам что-то прочесть и уже врываться в эфир. Наверняка у кого-то что-то еще получилось. Так что я жду вас прямо сейчас в прямом эфире своего шоу незамедлительно. Я не хочу слышать тишину. Тишины не должно быть в прямом эфире, потому что все-таки я хочу слышать своих активных участников. Я хочу понимать, что вы работаете на самом деле. Здравствуйте! Что вы прочитали? Здравствуйте! Слово «шквал». Шквал. Слово «шквал» не читается. Составленная версия. Вот посмотрите, на две части разорвали. Шика и волос наверху. Вот так вот. То есть буква «К» и буква «В», они не соединяются. Вы могли бы сразу же обратить на это внимание. А, видимо, поторопились. И не обратили внимания. Ну, бывает такое, ничего страшного. Знаете, что вы в любой момент вновь можете воспользоваться номером прямого эфира и оказаться здесь. Для того, чтобы озвучить уже ту версию, которую прочитаете. Но, пожалуйста, впредь перепроверяйте свои варианты, чтобы на самом деле все буквы соединялись друг за другом розовой линией. Ни в коем случае вы не можете прервать эту линию. И это будет уже большой ошибкой. Слово подобное являться победным никак не может. Поэтому даже такие варианты, если вы видите, что совершили хотя бы одну ошибку, такую версию проверять в эфире не надо. Она вам заработка никакого не принесет, будет впустую потраченное время. Да, какая-то лишняя работа будет сделана, которая вам не оплатится. А вот если что-то прочитали, то вот такую версию обязательно нужно озвучить в прямом эфире, потому что именно она может являться победной. 10 500 рублей я готова вам вручить сейчас.
Так что нужно обязательно постараться сейчас, чтобы эти деньги стали вашими. Не сидеть сложа руки. Пока что героя нет. Пока что во втором задании победного слова вы мне не озвучили. А значит, я продолжаю ждать вас. А это значит, что вы можете стать моим победителем. Здравствуйте. Что прочитали вы? Алло. Слово «канва». Можно прочитать, можно, но варианту вы не победный. Вот по такому же принципу, как вы сейчас свою версию прочли, непрерывно читается еще и победная версия, но пока что вы мне ее не назвали. А попробуйте ее отыскать. Вот попробуйте сейчас, не нарушая правил. Ведь получается что-то читать? Получается. Так что действуйте, действуйте. 0948 номер прямого эфира. Для всех участников 10 500 рублей вас ожидают. Но и с заданием уже, кстати, пора справиться. Времени прошло достаточно много. Можно было бы уже даже от каждой буквы попробовать прочесть, в разные стороны подвигаться. И должен быть уже результат победный. Значит, нужно действовать. Значит, нужно озвучить ту версию, которую вы уже отыскали. Потому что на подходе третье задание, которое будет очень интересным и не менее денежным. И я надеюсь, что мы к нему приступим уже в ближайшие мгновения, так как победитель появится сейчас. Ну, кто из вас готов уже стать моим вторым героем и продолжить работать дальше? Ведь ваши возможности продолжатся, да? Будут новые заработки, будут новые задания. Так что сейчас не бойтесь, не стесняйтесь, что, справившись с этим заданием, я с вами попрощаюсь. Ни в коем случае, время у нас еще есть, еще есть множество заданий, и я надеюсь, что вы сейчас уже наберетесь смелости и окажетесь в эфире. В этом нет ничего страшного. Сейчас все-таки речь идет о вашем заработке, это 10 500 рублей, достойное вознаграждение. Так какие могут быть сейчас страхи и стеснения? Никаких сомнений, никаких страхов не должно быть. Сразу же врывайтесь в эфир, если прочитали что-то по всем правилам. Проверьте свое слово, на самом ли деле каждая буква с последующей соединяется линией, на самом ли деле все слово читается целиком и полностью от начала до конца. Если вы нашли такую версию, то озвучьте ее в эфире в ближайшее мгновение. 0948 номер прямого эфира. Не забывайте, что этот номер всегда на экране, для того чтобы вы в любой момент в течение всего моего шоу можете прочитать, можете озвучить в моем шоу свою версию. Так что действуйте, действуйте, не сидя и не мечтая о победе. А все-таки стремиться к победе нужно, двигаться как-то, что-то выполнять, какие-то действия совершать, а не просто так сидеть в потолок, смотреть и мечтать о победе, мечтать стать героем и ничего при этом не делать. Нет, но я вижу, как вы активны, я вижу, что вы на самом деле сейчас стараетесь. Если вы стараетесь, значит, должен быть уже результат, поймите. Так что нужно обязательно сейчас врываться в эфир. Поскорее, поскорее выполнить это задание, потому что заданий еще много, а времени с каждым разом остается все меньше и меньше. Не забывайте. Здравствуйте. Что вам удалось прочитать? Мне кажется, это шакал. Шакал. Слово составленное. Сразу же вижу, от первой буквы начали уже скакать. Нет. Версию нужно прочитать. Если вы хотите ее озвучить и проверить, ваш вариант должен быть прочитанным. А вот составленной версии, пожалуйста, прошу вас не озвучивать в прямом эфире. Вы сразу же заведомо уже можете понимать, что такой вариант являться победным не может. Ну и, конечно, тратить время на то, чтобы озвучивать такую версию, ну, просто бессмысленно, бесполезно, потому что и так можете понимать, что победителем с таким вариантом вы стать не сможете. А вот если что-то прочитали, то обязательно нужно озвучить свой вариант. И вы тогда будете понимать уже, если вы озвучили этот вариант, он оказался непобедным, значит, что-то еще можно прочесть, то, что вы еще не назвали. И вот это слово как раз-таки окажется победным, и сразу же вам отправится 10 500 рублей. Нужно подумать, прежде чем врываться в эфир. Задание не такое простое.
когда запутано слово, очень сильно запутано, таким витиеватым образом, но все-таки это оно, и оно читается. Вот оно перед вами. Определяйтесь с буквой, делайте ее главной, и от нее уже начните движение в разные стороны. Вправо, влево, вверх, вниз, по диагонали. Сейчас вы видите линии, которые могут соединять буквы. Все в ваших руках. Да у вас вообще сейчас есть все для того, чтобы стать моим героем. Один победитель у меня уже есть. Прекрасно, быстро справились с первым заданием. Да, молодцы. Но второе задание, несмотря на то, что оно сложнее, тоже должно уже быть выполнено. А пока что победителей нет. Пока что 10 500 рублей остаются у меня. И вам нужно как-то сейчас поднаверстать упущенное время. То есть молчать сейчас не нужно. Я не хочу, чтобы мы время прямого эфира тратили на молчание. Ведь каждое мгновение прямого эфира вы можете тратить на то, чтобы становиться героями. Ведь заданий хватит на всех. Но пока что мы с вами на втором застопорились. Только на втором остановились и как-то вот еще не безрезультатно. Я не хочу, чтобы вы как-то сейчас мешкались, чтобы вы сомневались в каком-то вот своем слове. Не сомневайтесь, если оно прочитано, то обязательно его нужно озвучить, если прочитано, а не составлено. Здравствуйте. Что вы прочитали? Кашне слово. Кашно. Нет, мимо. Составленная версия. Опять же, вот посмотрите, на две части разорвано. На две части. К. Буква Ш у вас уже отдельно, ну и три буквы последние читаются. Нет, пожалуйста, сосредоточьтесь, с заданием уже пора справиться. Много времени прошло, можно было и от каждой буквы прочесть, можно было и в разные стороны начать движение. Каждый вариант уже прочитать возможно было. Ну и, соответственно, среди этих версий будет победная. Но почему-то вот пока что вы мне именно победную версию не прочитали. Значит, нужно работать дальше. Раз не выполнили задание, нужно выполнить его в ближайшие мгновения. 10 500 рублей я готова вам вручить. Не забывайте, что эти деньги могут стать вашими прямо сейчас, в любой момент. Потому что вы в любой момент можете воспользоваться номером прямого эфира, своими знаниями. У вас сейчас есть все для того, чтобы становиться моим героем. Перед вами интересное задание. Правила к этому заданию вы знаете. Номер прямого эфира есть? Их есть. И, конечно же, мобильный телефон под рукой у каждого из вас имеется, я не сомневаюсь. Так воспользуйтесь своим мобильным телефоном, своими знаниями. И 10 500 рублей сейчас отправятся к вам незамедлительно. И я, если честно, уже хочу перейти к третьему заданию. Вот, если честно, я думала, что мы так с вами хорошо начали прекрасно работать, врываться в эфир, но почему-то вот так вот мы остановились сейчас на втором задании. И я надеюсь, что в ближайшие мгновения вы всю эту ситуацию исправите. Возьмете под контроль это задание и все-таки выполните его. А вот так вот сидеть молчать точно не нужно. Здравствуйте. Что вы прочитали? Здравствуйте. Здесь слово «неваляшка». Ну, конечно, это слово «неваляшка». Наконец-то вы его озвучили. Вот посмотрите, как оно скрывалось, как вас зовут. Лилия. Лилия, откуда вы? Я из Дятьково. Именно к вам, Лидия, отправляется 10 500 рублей. Ну, а я с удовольствием готова перейти к вашему заданию, которое уже появилось на вашем экране. Мы видим с вами буквенное табло, в котором я спрятала три слова. И тому, кто отыщет хотя бы одно и назовет мне его в прямом эфире, я готова вручить своему третьему герою 12 000 рублей. Достойное вознаграждение. Теперь внимательно прослушайте правила задания. Задание сейчас непростое, очень сложное и масштабное по своим размерам. Посмотрите, какое табло. Три слова целых победных скрывается в этом табло. Вам нужно прочесть любое из этих трех слов
И прочитать вы его можете, двигаясь по принципу змейки, то есть в четыре направления – вправо, влево, вверх и вниз. Ни в коем случае сейчас двигаться по диагонали не нужно. Даже сейчас нет никаких линий, которые бы вам указывали направление, но есть клеточки. И вот строго по этим клеточкам вы должны передвигаться. Слово, оно не написано напрямую, не по горизонтали, не по вертикали. Слова написаны каким-то витиеватым образом по принципу змейки и могут изгибаться строго под углом 90 градусов, но изгибаться по диагонали они никак не могут. То есть двигаться сейчас по диагонали запрещено, только вправо, влево, вверх и вниз, только таким образом. 12 тысяч рублей за любую из трех версий я готова вам вручить. Мне, кстати, не важно, какую именно из этих трех версий вы мне назовете, любая сделает вас моим победителем. За два слова я вручу вам на 1000 рублей больше, а за три слова я вручу вам на 2000 больше. Вот такое вот прекрасное предложение я сейчас сделала для вас. И я надеюсь, что вы сейчас сосредоточитесь, и несмотря на сложность этого задания, вы с ним справитесь и поторопитесь это сделать, потому что есть еще множество заданий, и я надеюсь, что мы к ним успеем перейти. Но, конечно, для начала нужно с этим заданием справиться на все 100%. Пока три слова мне не озвучите, к четвертому я перейти не смогу. Попробуйте сейчас определиться с буквой, сделать ее главной и от нее уже начать движение в разные стороны. Вправо, влево, вверх, вниз. И таким образом что-то читать. Вот прочитали какую-то версию, сразу же набирайте номер прямого эфира 0948 и озвучивайте мне свой вариант. Ни в коем случае в этом задании ничего составить вы не можете. Вот ни в коем случае не выполняйте этого. Это пустая трата времени. Составленные версии сейчас не принесут вам никакого заработка. Я не хочу, чтобы вы тратили на это время. У нас времени свободного нет. Я хочу, чтобы мы все время посвятили на поиски победных слов, на то, чтобы выслушать победителя, на то, чтобы вознаграждать своих победителей. Я хочу это время пустить именно на вот такие вот наши действия. Но ни в коем случае не на составленные слова, не на молчание. Не надо нарушать правила, пожалуйста. Читайте слово, двигаясь по принципу змейки вправо, влево, вверх и вниз, не по диагонали. Достаточно сейчас много букв перед вами на экране. Это буквенное табло, множество букв, и среди множества этих букв все-таки есть три слова, которые читаются, которые написаны, составлены давным-давно за вас и вписаны сюда, в это табло. Ваша задача среди множества этих букв разглядеть хотя бы одно из этих трех слов. Попробуйте сейчас это сделать. 12 тысяч рублей я готова вам вручить. Так что начинайте уже работать с этим непростым заданием. Это задание непростое, поэтому требует к себе максимального внимания, максимальной сосредоточенности. И я надеюсь, что сейчас вы не будете совершать ошибки. Во втором задании вы немного подзадержались, но это само собой понятное дело, потому что задание было более сложным. И вы там составляли, хотя не надо было этого делать, вы видели, там были линии. Сейчас линий нет, но это не буквенный набор. Здесь скрываются три слова, которые вам нужно прочитать. И я вас прошу настоятельно, опять же, не совершать таких же ошибок, которые вы совершали во втором задании, да, что-то пытались составить. Вот сейчас абсолютно не нужно этого делать. Читайте, определяйтесь с буквой, делайте ее главной, и от нее начинайте движение в четыре стороны. Здравствуйте, что прочитали вы? Здравствуйте, девушка, инженер. Инженер. Слово инженер. Вижу начало. Все, две буквы. Вроде бы рядом все буквы, но все же слово не читается целиком и полностью. Буквы друг за другом не идут. Они рядышком расположены, но и между собой они не соединяются, не примыкают плотно друг к другу. То есть все-таки вам пришлось сейчас как-то прыгать, начать по табло, а этого делать не нужно. Слово должно быть прочитано, найдено от начала и до конца, от первой до последней буквы. Каждая буква со следующей обязательно плотно друг к другу, они примыкают непрерывно.
вы не можете разорвать вашу версию на две части, на три части. Даже одна из букв не может находиться где-то в другом конце табло. Если слово у вас где-то внизу написано, а буква последняя у вас наверху, это будет ошибкой, большой ошибкой. То есть вы даже по диагонали не можете буквы сейчас соединять. Только в четыре направления: вправо, влево, вверх и вниз. 12 тысяч рублей за любое из трех слов. Это очень интересное задание. Оно многопобедное, так как три победных слова скрываются в нем. Три победителя могут быть у меня сейчас в шоу в этом задании. Как один, как два, так и три. А может быть, сразу один участник назовет мне два слова, заработает на 1000 рублей больше. А может быть, сразу же один участник назовет мне три слова и заработает на 2000 больше. Сейчас вы сами решаете, в какой момент оказаться в эфире, да и сколько денег вам заработать. Вы знаете, что я вас жду в любой момент. В любой момент своего шоу я жду вас и рада буду услышать. И если вы сейчас озвучите мне победное слово, я очень буду рада за вас. Вручу вам 12 тысяч рублей как минимум, после чего вы сможете продолжить поиски оставшихся двух слов и второго, и третьего. Конечно, ваши победы, они не ограничены, вы можете продолжать работать дальше. Если вам удалось уже справиться с одним заданием, то получится и с этим, несмотря на то, что оно более сложнее. Так что работайте, верьте в себя. Задание интересное, задание сложное, требует максимальной внимательности, поэтому как можно меньше ошибок совершайте. Здравствуйте! Что вам удалось прочитать? Здравствуйте, мне кажется, это бешенство. Бешенство? Ну, я не знаю, нет, таких слов не может быть у меня в задании, абсолютно. Ваше слово, во-первых, не читается, ну и, конечно, такие слова, я думаю, что я не буду употреблять в своих заданиях. Надо что-то другое отыскать, то, что читается от первой до последней буквы. 12 тысяч рублей я готова вам вручить. Это очень достойное вознаграждение, считаю, за любое из трех слов. И если вы хотите стать счастливым обладателем вот этой денежной суммы, вы можете сейчас все-таки исправиться и вновь оказаться в эфире. Что-то другое поищите, пожалуйста, что читается от начала и до конца. 0948 номер прямого эфира. Я жду вас в ближайшие мгновения. Надеюсь, тишины в прямом эфире не будет. Я не хочу общаться сама с собой, я хочу общаться с вами. Я хочу слышать те слова, которые вы можете прочесть. Вот прочитать на самом деле можно множество слов в этом табло, если внимательно посмотреть, но только три слова являются победными. И если вы сейчас будете каждый раз проверять то слово, которое вы прочитали, вы будете ближе приближаться к победе. Ваш круг поиска будет сокращаться. То есть вы называете мне и называете те слова, которые читаются, и в итоге назовете мне победное, одно из трех победных слов, а может быть и сразу два, а может быть и три озвучите. Сейчас это зависит от вашего внимания, насколько вы внимательно смотрите в это табло. Если вы не отвлекаетесь на какие-то посторонние дела, то вы отыщите все три версии и станете моим героем, заработаете больше денег. 12 тысяч рублей за любое из трех слов. На 1000 рублей больше вручу, если вы озвучите мне две версии. И если три версии озвучите, на 2000 больше вы сможете сейчас заработать. 0948. Набирайте с вашего мобильного телефона. Задание перед вами интересное, поэтому я вас прошу сейчас все свои дела, которые можно отложить, отложите в сторону и займитесь поисками хотя бы одного из этих трех слов. И вы останетесь довольны собой и своей хорошо проделанной работой, потому что вы станете моим героем. Потому что вы сейчас, в воскресенье, выходной день, пополните свой семейный бюджет нежданно-негаданно. Так вот неожиданно просто станете богаче. И сможете позволить себе уже прекрасно сегодняшний выходной завершить. Куда-то сходить вечером, в кино, в ресторан. Ну, я не знаю, как смотрите, как хотите, это вам уже решать, как этими деньгами распоряжаться. Главное их сейчас заработать. Главное сделать так, чтобы они стали вашими. А вашими они могут стать только в том случае, если вы сейчас выполните это задание хотя бы на 1/3 в ближайшие мгновения, прочитаете слово целиком и полностью от начала и до конца, от первой до последней буквы, непрерывно двигаясь по принципу змейки. Конечно, таким витиеватым образом все три слова, они вписаны сюда, в это табло. Так вот, вам нужно сейчас определиться с буквой, выбрать нужное направление и начать читать.
Если что-то читается, сразу же озвучить. Если вы видите, что не читается, не спешить в эфир, не озвучивать мне незаконченные слова какие-то. Если вы видите начало слова, а концовку вы составили, эта версия являться победой не может. Здравствуйте! Что прочитали вы? Здравствуйте, у меня получилось слово «закалка». Закалка. Слово «закалка» я не вижу, вижу только начало. Слово начало, три буквы, всего лишь три буквы. Я хочу, чтобы вы слово не частично отыскали, а все слово целиком и полностью отыскали. И ведь это возможно, возможно. Потому что три победные версии, они именно читаются от начала и до конца, от первой до последней буквы. Вы не можете сейчас взять и начало слова отыскать, а вторую часть слова досоставить. Нет, ни в коем случае. Ни одного разрыва между буквами быть не может. Буква за буквой должны идти друг за другом и плотно примыкать к друг другу. И тому, кто найдет и назовет мне одно из этих трех слов, я готова вручить уже 12 500 рублей. Действовать нужно прямо сейчас и не медлить с ответом. Если что-то уже отыскали, если что-то прочитали, то прямо сейчас поделитесь своей версией. Зачем откладывать свою победу на потом? Зачем это делать? Если это задание большое, масштабное, и в нем три слова, озвучите сейчас одно и продолжите поиски оставшихся двух. И не забывайте, что есть еще интересные задания. И четвертое, и пятое задание. Но пока что мы с вами... с третьим разбираемся пока что. Я надеюсь, что в этом задании вы справитесь быстро. И быстрее, чем во втором. Потому что во втором немножечко результат, конечно, положительный есть. Победитель есть. Но все-таки я долго ждала победителя. Сейчас, надеюсь, такого не будет. Сейчас в этом задании я надеюсь, что вы... очень быстро отреагируете и отыщите мне хотя бы одно из трех победных слов, которые скрываются в этом табло. Так, пожалуйста, обратите внимание, какие буквы сейчас перед вами. Что зачем идет? Если вы посмотрите, какая буква идет за следующей, то у вас будет получаться что-то прочесть. В любом случае, вы что-то сможете отыскать, если не будете сейчас... тратить время на то, чтобы скакать по всему табло и пытаться что-то собрать. Вот угадыванием в моем задании заниматься не надо. Табло большое, букв много. И сколько бы слов можно было бы сейчас составить, если бы я вас попросила что-то составить? Не одна тысяча слов бы получилось. И сколько бы времени потребовалось для того, чтобы каждую версию проверить в прямом эфире? И попытаться угадать, что же здесь скрывается. Это же бессмысленная работа. Это невыполнимая задача. Это как иголку в стоге сена искать. Я понимаю, что задание непростое, поэтому я готова сообщить вам длину моих слов. 9, либо 12 букв должно содержаться в победной версии. И то слово, которое вы прочитаете по всем правилам задания, попробуйте сопоставить с моей направляющей. Обязательно пересчитайте, посмотрите, сколько букв содержится. Если меньше 9 букв, такая версия, можете уже прекрасно знать, она не является победной, хоть и читаете. Здравствуйте, что вы прочитали? Алло, может быть, речевка? Речевка? Нет. Вижу начало... но слово не читается от начала до конца. А я хочу, чтобы вы прочитали. И я вам уже только что озвучила прекрасную направляющую, которая вам поможет, очень даже сильно поможет отсеять все ненужное, что даже не удостоено вашего внимания. То есть не надо такие варианты озвучивать в эфире, если ваша версия короткая. Все победные версии, они содержат 9, либо 12 букв. Так что попробуйте сейчас хотя бы одно из этих трех слов отыскать, сопоставить с направляющей и смело врывайтесь вперед в прямой эфир. Потому что если ваше слово будет прочитано и содержать в себе будет 9-12 букв, это будет победная версия. Я в этом даже не сомневаюсь. И вы тоже можете не сомневаться, а сразу же врываться в эфир
И стать моим героем вы сможете уже прямо сейчас. 12 с половиной тысяч рублей я готова вам вручить. 12 с половиной тысяч рублей – это достойное вознаграждение за любое из трех слов. И мое предложение для вас все еще в силе. За 2 слова я готова вручить вам на 1000 рублей больше, а за 3 слова я готова вручить вам на 2000 больше. Попробуйте сейчас не торопиться, попробуйте не делать поспешных выводов. Все-таки есть правила, есть направляющие. Я всегда на вашей стороне. Я всегда хочу вам только помочь. И, конечно, каких-то негативных советов я давать вам не буду. Только все делаю специально для вас. Тому, кто сейчас найдет и назовет мне хотя бы одно из этих 3 слов, я готова вручить уже 15 тысяч рублей. Да, вы не ослышались. На 2500 рублей я сейчас увеличила сумму вашего заработка на 2500 рублей. Я же говорю, что я всегда на вашей стороне. Я иду вам навстречу всячески и увеличиваю сумму вашего заработка. Задание сложное, конечно, сложное. Поэтому и вознаграждение, минимальное вознаграждение, это 15 тысяч рублей. По-прежнему за 2 слова на 1000 рублей больше, за 3 слова на 2000 больше. И сейчас, я думаю, что пора сосредоточиться. Задание серьезное, задание сложное, но очень интересное, и оно того стоит. 0948 набирайте в любой момент. Отыскали слово, сопоставьте с направляющей. У вас сейчас есть все для того, чтобы стать моим героем. Здравствуйте. Что вам удалось отыскать? Да, слово «казначей». Казначей. Нет, слова не читается, слово составленное. А мне не нужны составленные слова. Мне нужно найденное слово от первой до последней буквы. Я не прошу вас. Мне все равно, какое из 3 слов вы мне назовете. Неважно. Главное, чтобы оно было одной из этих 3 победных. И как уж вы сейчас будете их искать? Если вы воспользуетесь моим советом и начнете от каждой буквы двигаться, то вы в любом случае что-то прочитаете. Да, конечно, на это нужно время. На это нужно какое-то время, но лучше же это время потратить на поиски на самом деле победной версии, нежели чем тратить время на составление абсолютно ненужных нам сейчас слов. Абсолютно. Табло большое, и составить можно не одну, поэтому я и не прошу вас этого делать. Я прошу вас отыскать уже все 3 версии, которые находятся в этом табло. Здравствуйте, что отыскали вы? Здравствуйте, мне кажется, это ловушка. Ловушка? Нет, это не ловушка. Слово вновь составленное. Вот не слышите вы правила задания, не хотите исправляться. А вознаграждение это серьезное, 15 тысяч рублей за любое из 3 слов. Я вас не прошу какое-то определенное слово мне сейчас отыскать первым, какое-то определенное слово вторым и третьим. Нет, мне без разницы. Главное, чтобы ваша версия была читаемой, главное, чтобы она была победной. И в этом случае, как минимум, 15 тысяч рублей отправится вам. А найдете 2 слова, заработаете на 1000 больше. Найдете 3 слова, если уж были предельно внимательны в этом табло, то заработаете на 2000 больше. Вот представьте, как сейчас вы можете порадовать себя, как вы себе сейчас можете поднять настроение. Это все в выходной день. Когда вы абсолютно этого не ожидали, но использовав свои знания в одно прекрасное мгновение, вы становитесь богаче как минимум на 15 тысяч рублей. А может быть, вы уже были моим победителем сегодня, может быть, в первом, во втором задании, и сейчас справитесь. И сколько же сегодня вы денег всего сможете заработать? Посчитайте сами. Так что действовать вы можете сейчас все, даже если вы были уже моим победителем, ваши победы не ограничены. Если вы уже появлялись в прямом эфире,
Все равно продолжайте работать. Продолжайте поиски тех слов, которые читаются. Не останавливайтесь на достигнутом. Ваши результаты могут превзойти все ожидания. Поэтому я надеюсь, что вы сейчас будете продолжать верить в себя, будете работать и поскорее поторопитесь в эфир. Кстати, большая часть программы уже позади. Вот я вас предупреждала, что время прямого эфира летит незаметно. Мы практически с вами вышли на финишную прямую, практически. Но все же есть еще время, и я надеюсь, что с этим заданием мы справимся на все 100%. Так что врывайтесь сейчас в эфир незамедлительно, потому что сейчас возможность это еще есть, но чуть позже этой возможности может и не быть уже. Я надеюсь, до конца программы мы с вами справимся с этим заданием на все 100%. Три слова, и я надеюсь, что три или два победителя сейчас уже в ближайшие мгновения в прямом эфире окажутся и озвучат те слова, которые читаются от начала до конца по принципу змейки. То есть от первой до последней буквы вы можете двигаться таким витиеватым образом. Слово должно изгибаться под углом 90 градусов. Ни в коем случае не надо прерывать слово. Не надо отрывать даже одну из этих букв от самого слова. Читайте все от начала до конца. Если есть какая-то ошибка, сразу же можете такой вариант исключить. Попробовать, может быть, где-то в другом месте свернуть, и тогда слово дочитается до конца. Попробуйте от другой буквы начать прочитать, тогда что-то получится прочесть. Но не зацикливайтесь, не надо сейчас мучить себя, не надо себя путать составленными такими вот вариантами ненужными. Не надо этого делать, это просто пустая трата времени, а я не хочу, чтобы мы время прямого эфира тратили впустую. Мне все-таки нужны герои, два победителя уже есть, это меня не может не радовать. Я очень рада за то, что вы справляетесь, вы хорошо сегодня работаете, вы активны. Вы очень активны, но, пожалуйста, вы должны сейчас врываться в эфир, чтобы озвучивать свои версии. 15 тысяч рублей за любое из трех слов я готова вам вручить. Так что действуйте. Какое слово отыскали вы? Здравствуйте. Алло. Кинжал. Кинжал. Вижу начало. Но концовку слова вы составили. То есть, опять же, поторопились ворваться в эфир, вы начало увидели и поспешили. Поспешили, не дочитая до конца, не убедившись в том, что слово на самом деле читается. Соберитесь, пожалуйста, очень мало времени остается, программа-то заканчивается, о чем я вас предупреждала. Тому, кто назовет мне победное слово, любое из трех победных слов, я готова вручить минимум 15 500 рублей. Вот вновь я пошла вам навстречу, потому что хочу, чтобы вы с этим заданием все же справились. А вот сейчас я рискую остаться без своего третьего героя. Рискую, потому что программа заканчивается. Я вас предупреждала о том, что время прямого эфира летит незаметно. И вот уже настал тот момент, когда мы с вами вышли на финишную прямую. И остается совсем немного времени до конца программы. А мы с этим заданием даже на одну треть еще не справились. Я надеюсь, что вы сейчас эту ошибку исправите, и все-таки победитель, хотя бы один, окажется в эфире, назовет мне одно, два или три слова. Это уж вам самим решать, насколько вы были внимательны сейчас, насколько вы внимательно смотрели в это табло, как искали вы слова, читали вы их. Не прыгали, надеюсь, по всему табло с одного конца в другой. Нет, этого делать абсолютно не надо. Нужно определиться с буквой, от нее начать уже читать в разные стороны. Если не получается, попробуйте от другой и так далее. Да, букв много. Очень много букв, табло большое. Но все же, было время подумать. Было время совершить эту работу и прочесть от каждой буквы. В любом случае, вы бы что-то прочитали. 09-48, номер прямого эфира. Пожалуйста, набирайте его прямо сейчас с вашего мобильного телефона.
15 500 рублей я готова вам вручить за любое из этих трех слов. Мне, кстати, не важно, какое именно из этих трех слов вы мне назовете. Любое сделает вас победителем. Главное, оно, чтобы было победным, а ни в коем случае не составленным. Нужно проверить, убедиться в вашей версии. Ну и тогда я уже буду прекрасно знать, кто из вас справился, а кто нет. Я уже буду прекрасно понимать, кому и за что отправлять мне эти деньги. 15 500 рублей, а может быть и больше. Если назовете два слова на 1000 рублей, больше заработаете. Назовете три слова, заработаете на 2000 больше. Так что действовать нужно прямо сейчас, незамедлительно. Программа заканчивается, подходит к концу, но я надеюсь, что до конца программы вы справитесь с этим заданием хотя бы на 1/3. Ну, хотя можете и 2-3 слова сразу звучит. Я буду только рада за вас. Поймите, что мне будет всегда приятно вас вознаграждать. Мне будет приятно слышать того участника, кто справляется, кто на самом деле стремился, работал, верил в себя. Это такой участник, который самый был активный, он и становится победителем. Вы справлялись и с более сложными заданиями. И сейчас думаю, что вам ничего не может помешать, ведь начали вы сегодня работать хорошо. Два победителя есть, и я надеюсь, что вы будете продолжать. Я надеюсь, что до конца программы вы не будете опускать руки, а все-таки будете идти до конца. Доделать работу нужно обязательно до конца, то есть завершить ее. Не останавливаться на полпути, не бросать. Потому что все-таки время еще есть. Это возможность на вашем экране. Стать богаче вы можете. Значит, нужно приложить какие-то усилия сейчас и поверить в себя. Нужно приложить сейчас максимум усилий. Потому что все-таки это ваш заработок. И от вас сейчас зависит, сможете вы стать моим победителем или все-таки останетесь по ту сторону экрана молчать. Вот молчать сейчас точно не стоит, потому что время не для молчания. Время не для ошибок. Здравствуйте. Что вы прочитали сейчас в этом табло? Алло, здравствуйте. Это слово «консерва». Консерва. Вижу начало, не вижу конца. Вот как всегда, поторопились. Ну почему вы не доводите слово до конца? Почему вы не допроверяете? Зачем же вы последние мгновения эфира тратите сейчас на составленные версии, которые абсолютно вас не сделают богаче? Ну зачем? У нас времени остается очень мало. 15 500 рублей – это более чем достойное вознаграждение, которое вас ожидает, и вы готовы сейчас этим заработком пренебречь? Вы готовы сейчас отдать эту возможность кому-то другому? Тратя время на составленные слова, вы так и делаете. Понимаете, что вы уже запутались. Не надо сейчас ничего составлять. Это правило было в первом задании. Здравствуйте. Что вы прочитали? Моя версия – заказчик. Заказчик. Я не вижу, чтобы слово «заказчик» читалось от начала и до конца. Я не вижу. Опять же, поторопились в эфир, не убедились в своей версии от начала и до конца. Да, увидели начало, но не довели слово. Не дочитали его, а досоставили. Просто придумали. Придумывать сейчас зачем? Зачем заниматься каким-то угадыванием? Нам сейчас не до шуток, не до каких-то гаданий, поймите. Задание серьезное, задание очень интересное. Три победных слова скрываются в этом табло. За любое из этих трех слов я готова вручить вам 15 500 рублей. И вы до сих пор еще не отыскали ни одного из этих трех слов в этом табло. Да я в это просто не верю. Поймите, что нет времени у нас с вами практически больше. Программа заканчивается, подходит к концу. Я вас предупреждала, что время прямого эфира летит так незаметно, что вы оглянуться не успеете, я начну с вами прощаться. И вот настал тот момент, когда мы уже с вами на финишной прямой, и мне осталось выслушать только героя. Я надеюсь, что он появится. Я надеюсь, что это прекрасное вознаграждение отправится именно вам, потому что вы станете в ближайшие мгновения моим героем, потому что именно вы сейчас наберете номер прямого эфира и назовете мне хотя бы одно из этих трех слов, которые в этом табло сейчас находятся и являются победными. Сосредоточьтесь. Есть у вас еще эта возможность, но это только сейчас. Чуть позже
этой возможности уже не будет. И я начну с вами прощаться, потому что выхода другого у меня просто больше не будет. Здравствуйте. Что вам удалось прочитать? Здравствуйте. Здесь слово «наживка». Наживка. Нет, слово «наживка» не читается. Вновь ошибка. Вновь невнимание ваше. Почему используете это табло и что-то составляете? Да это просто невозможно сейчас составлять и проверять. Это же как пальцем в небо просто. Это как иголку в стоге сена искать, поверьте мне. Вот проверять каждое составленное слово. Зачем? Букв много, практически весь алфавит сейчас перед вами. Вы считаете, что вы сможете составлять что-то и врываться в эфир? И считаете, что вы с такой версией сможете стать победителем? Нет, я вас прошу прочитать те слова, которые уже давным-давно за вас составлены и вписаны сюда, в это табло. Они читаются по принципу змейки. Вправо, влево, вверх, вниз. Вот таким вот образом, под углом 90 градусов, может изгибаться победная версия. Она, конечно, написана не напрямую, не по горизонтали, не по вертикали. А вот такая вот вся запутанная, но все-таки буква за буквой, идут друг за другом, плотно примыкают друг к другу и читаются эти буквы в какое-то слово, превращаясь. Вот таким вот образом вам сейчас нужно отыскать, двигаться в четыре стороны, не прыгая по табло, а определиться с буквой именно в том же месте и начать уже двигаться. Но не надо скакать сейчас, не надо прерывать, перепрыгивать через буквы, двигаться по диагонали. Это просто запрещено в этом задании. Это правила, которые нужно соблюдать. А эти правила вы сейчас почему-то в третьем задании не стали соблюдать. И даже не реагируете на все мои исправления. На все мои замечания вы не реагируете. Вы не хотите сейчас стать победителем. Но я в это просто не верю, ведь два героя уже есть. Ведь стремление стать богаче у вас есть. Я это слышу потому, как вы врываетесь в эфир. Но раз работаете нормально, до конца, по правилам задания, зачем же вы работаете, нарушая правила? Соответственно, ничего этим самым не добьетесь. А если будете работать правильно, то победа будет вашей. В ближайшие мгновения это уже нужно сделать. Нужно назвать мне хотя бы одно из этих трех слов, потому что программа заканчивается, подходит к концу. И 15 500 рублей мне очень хочется вручить своему третьему герою. И может быть, это минимум, что вы можете сейчас заработать. Здравствуйте! Что прочитали вы, слово или слова? А мне кажется, у вас тут слово «животное». Животное. Нет, слово «животное» не читается. Почему вы не обратили внимание, что буквы вроде рядом, но нет. Слово не читается от начала до конца. А победные версии, все три слова, они читаются от первой и до последней буквы и должны быть найдены именно вами. Хотя бы одна версия. И одна версия сделает вас богаче на 15 500 рублей. Не забывайте, что если вы сейчас этого не сделаете, то у нас с вами нет больше времени на размышления. У нас с вами нет больше времени ждать чего-то, откладывать на потом, потому что программа заканчивается, я вас об этом предупреждала. И в ближайшие мгновения я просто начну уже с вами прощаться, и я это сделаю, несмотря на то, будет у меня победитель или не будет победителя, у меня просто выхода другого не будет. Поймите, я не смогу продлить время прямого эфира и ждать вас до конца дня. Нет. Сейчас вы должны сами уже решить, хотите вы стать богаче? Если хотите, то эта возможность еще есть. Правила вы знаете. Прочитать нужно слово от начала и до конца. А если не хотите стараться, если не хотите стать богаче, то я прошу вас в эфир врываться не нужно с составленными вариантами, непроверенными версиями. Я хочу, чтобы вы ворвались в эфир уже с полной уверенностью в себе и в своей версии. Потому что есть прекрасная направляющая, которую я вам ранее озвучивала, которой вы должны были воспользоваться, чтобы понять, то ли слово вы отыскали или нет. 9 либо 12 букв должно содержаться в той версии, которую вы прочитали. И если на самом деле у нее 9 либо 12 букв, значит, это победная версия. Здравствуйте, что прочитали вы?
слово инжектор. Инжектор. Ну, вижу начало. Две буквы. Потом перескакивать начали уже. Что это за... Ну, что? Ну, что вы сейчас сидите? Программа заканчивается. Вы поймите, что нет времени у нас больше на составленные версии. Достаточно и так их много прозвучало. И не раз вы убедились, ни на одном примере, что никто на составленной версии в третьем, во втором задании ничего не заработал. Ничего. Я готова вам вручить 15 500 рублей за прочитанный вариант. Целиком и полностью, от начала до конца, по принципу змейки. Изгибаться ваше слово должно и содержать в себе 9 либо 12 букв. Но неужели вам моих направляющих сейчас недостаточно, чтобы на самом деле отыскать что-то? Здравствуйте! Что вы прочли? Здравствуйте. Слово «внимание». Внимание. Вижу начало, но опять же одно и то же. Скачете по табло. Нет результата, поймите. Я хочу, чтобы ваше появление в прямом эфире было не безрезультатным. А наоборот, я хочу, чтобы вы ворвались в эфир и стали моим героем в ближайшие мгновения. Потому что времени нет, программа заканчивается. Мы с вами не можем оставаться больше. Я не могу вас ждать вечно. Я не могу продлить время прямого эфира. 15 500 рублей вы просто должны сейчас заработать. Я не хочу с вами прощаться, чтобы задание аннулировалось, чтобы эти 15 500 рублей сгорели, не достались никому. Все-таки не напрасно же столько мы работали над этим заданием, трудились, старались, врывались в эфир. Да, ошибки были, но их нужно исправить, чтобы эти деньги заработать. Здравствуйте! Какое слово вы отыскали? Алло, здравствуйте. Слово «чернокнижник». Ну, вы отыскали одно из трех победных слов. Я вас поздравляю. Как вас зовут? Алексей. Алексей, откуда вы? Из Нижнего Тагила. Именно к вам, Алексей, отправляется 15 500 рублей. Я вас поздравляю, мне было три героя. Всего хорошего. До свидания.